Также в программе Прокофьев в исполнении Татьяны Смирновой и Сергей Есенин в исполнении артиста Андрея Гетмана. Композитора после ремонта.
вначале вы слышали пьесу, которая в цикле, она опус 12. Эта пьеса называется «Легенда». К сожалению, вот будем считать, что, во всяком случае, вот, в нашем зале концертов она прозвучала впервые, потому что были найдены ноты совсем недавно, и вот надо сказать, что эта пьеса восхитительно поразила меня просто до глубины души. И я решила подготовить к нашему сегодняшнему, к нашей встрече несколько произведений. Ну, дальше звучали две мимолетности из большого цикла, опус 33, 20 мимолетностей Сергея Сергеевича Прокофьева. И следующая была пьеса тоже из цикла очень такого знаменательного. Это 31-й опус, это уже середина творческого пути Сергея Сергеевича, сказки старой бабушки. Вообще Сергей Сергеевич, вы знаете, он очень любил сказочные сюжеты. И вот эти вот циклы фортепианные сказки старой бабушки, замечательный цикл, состоящий из четырех произведений, вот часть которого вы сегодня услышали. Но те, кто бывал в нашем клубе, есть, я уже вижу, лица знакомые, но есть и новые слушатели наши, знают, что у нас всегда постоянная рубрика, мы слушаем стихи, поэзию, и именно рубрика «Золотые страницы русской поэзии». И сейчас мы продолжаем нашу традицию, и вы услышите поэзию Сергея Александровича Есенина в исполнении артиста Андрея Бекмана. Матушка в купальницу по лесу ходила, босая с подтыками по росе бродила, травы ворожбинные ноги ей кололи, плакала родимая в кубырях от боли. Не дознала печени, судорога схватила, охнула кормильца, тут и породила. Родился я с песнею в травном одеяле, зори меня вешние в радугу сливали. Вырос я до зрелости внуку пальской ночи, сутемень колдовное счастье мне пророчит. Только не по совести, счастье наготове, выбираю удалью и глаза, и брови. Как снежинка белая в просени я таю, да к судьбе разлучнице след свой заметаю. Свищет ветер, серебряный ветер, в шелковом шелесте снежного шума. Первый раз я в себе заметил, так я еще никогда не думал. Пусть на окошках гнилая сырость, я не жалею, и я не печалю. Мне все равно эта жизнь полюбилась, так полюбилась, как будто в начале. Взглянет ли женщина с тихой улыбкой, я уж взволнован, какие плечи, тройкой проскачет дорогой зыбкой, я уже в ней и скачу далече. О, мое счастье и все удачи, счастье людское землей любимо, тот, кто хоть раз на земле заплачет, значит, удача промчалась мимо. Жить нужно легче, жить нужно проще, все принимая, что есть на свете. Вот почему, а
над рощей свищет ветер, серебряный ветер. Плюйся, ветер, охапками листьев, я такой же, как ты, хулиган. Я нарочно иду нечесанный с головой, как керосиновая лампа на плечах. Ваших душ безлиственную осень мне нравится в потемках освещать. Мне нравится, когда каменья брани летят в меня, как град рыгающей грозы. Я только крепче жму тогда рвами моих волос качнувшийся пузырь. Так хорошо тогда мне вспоминать заросший пруд и хриплый стон ольхи, что где-то у меня живут отец и мать, которым наплевать на все мои стихи, которым дорог я, как поле и как плоть, как дождик, что весной взрыхляет зеленя. Они бы вилами пришли вас заколоть за каждый крик ваш, брошенный меня. Мне навстречу, как сережки, прозвенит тебе.
Если крикнет рать, видая, кинь ты, Русь, живи в раю. Я скажу, не надо рая, дайте родину мою. Thank you.
Yeah!
Пушковой. А называется произведение «Свели пастуха» в двух частях. И я хочу вам представить прекрасную скрипачку, которая является пропагандистом многих-многих произведений отечественных композиторов. Я уже не говорю о том, что репертуар ее огромен. Это заслуженная артистка России Леонора Дмитренко. Сегодня мы услышим музыку